Уголовное дело пока еще не возбудили, но, судя по всему, к этому все идет. Потому что в последнее время, примерно начиная с 10 октября, сотрудники финансовой полиции очень активизировались. Меня дважды вызывали в финансовую полицию города Алматы. А последние вот несколько дней вызывали департамент финансовой полиции моих бывших коллег по партии «Алга» и Жарылкасынову в Таразе, и Сельбаева в Семипалатинске, и Какимову в Усть-Каменогорске, Колова и Березутского в Кустанае. Сегодня вызывали Виктора Новикова, финансовую полицию города Кокшетау. И, судя по всему, вопросник составлен здесь, в Алмате. И мероприятие это называется доследственным мероприятием. Вполне возможно, на основании всех этих опросов будет возбуждено уголовное дело. Ну, это не первый ведь случай, когда на нас давили, были случаи и до этого. Поэтому, конечно, будем работать по возможности, и будем стараться работать в рамках закона, как всегда мы это делали. Но чтобы не делала власть руками Комитета национальной безопасности, руками финансовой полиции, деятельность мы не прекратим. Будем работать дальше. Мы не равнодушны к судьбе Александра Павлова, который в настоящее время находится в Испании под арестом, и решается вопрос об его экстрадиции в сентябре, в октябре месяце. Мы организовывали акции против экстрадиции, неоднократно писали письма, ходили в посольство Испании в Астане. Кроме того, мы принимаем участие в судьбе Владимира Козлова. Сейчас остро стоит вопрос о его переводе из Петропавловска в Алматинскую область. По закону он имеет на это право, но власть на это не идет. Мы вот проводили мероприятие и возле головного офиса КУИС в Астане, и возле здания Министерства внутренних дел. Естественно, мы помним и о Мухтаре Аблязове, который в настоящее время находится под арестом во Франции, и выступаем против его экстрадиции в Украину, так как считаем, что в Украине его справедливый суд не ожидает, что суд в Украине будет проходить по диктовку Акорды. Так сложно, как сейчас, наверное. Да, ну, было, наверное, только тогда, в 2002 году. Газеты позакрывали, фактически всего 2-3 газеты остались независимые, я имею в виду ДАТ и Санди Таймс, которые выходят сравнительно небольшим тиражом. Ситуация с партиями тоже очень сложная. Алга закрыта, Азат фактически не существует. Лидер Азата ушел от активной политической деятельности, я имею в виду Булата Абилова. Компартия тоже находится в сложном положении. В общем, ситуация очень непростая. Мы ждем, что должны быть какие-то перемены. Вполне возможно, все эти жесткие меры, которые предпринимаются и против независимой прессы, и против независимых политиков, и против оппозиционных партий, связаны именно с тем, что осенью этого года, возможно, в начале следующего года, будут крайне серьезные какие-то изменения. Вполне возможно, все это к этому идет.